Всем привет, ребята! Сегодня мы поиграем в игру в Роблоксе, которая называется Паук. Паук. По-английски Spider. Игра была создана создателями радужных друзей. Паук уже кого-то уничтожил. Оранжевая кличка. Я думаю, он как раз да, открыл этот сейф. Он сюда ползет? Как бы этого не хватало. А, вон он. Он хочет меня со второго этажа поймать. Я же спрыгнуть могу, в смысле? Нет. Зачем? А подождите, это игрок настоящий или это бот? Так, давайте спрыгнем. Закрываемся, чтобы он меня не нашел. Чё? Сюда пошел? Не хочу я с пауком-то встречаться. Так, что у нас тут? Вау! Бункер. Он тут? Нет. Но я думаю, он тут меня не найдет. Вряд ли, конечно, найдет. О, вы спустились тут, да? Молодцы. А это что такое? Не знаю, что это. А куда идти? Не вопрос. Ну смотрите, нам нужен желтый зеленый ключик. Прямо сейчас. Ну, давайте поищем, чья это. Да что ты за мной именно ползешь? Это вот могила того чувака, которого убил этот паук. То есть он почувствовал. То есть, смотрите, это могила чувака. Который играл в роли скина разработчика этой игры, и радужных друзей. И, типа, он, этот чувак, который в могиле, почувствовал паука, и пошел проверить, и он его убил. Так, синий ключик нам нужен? Я не знаю. Но я не хочу. Это реально. Что там? Паук, типа? Дед, ты чё совсем? Нету паука. Точнее, он есть. Но готов. От ошибок. А, так я сейчас оглушу этого. Где ты там? Вот он. На. Нет, я ж тебя оглушил. Короче, не сработала эта штука. Как закрытай. Бежим. Куда бежать? Не хочу к нему. Вообще не хочу. Ну, дед свихнулся, конечно. Уже и пауков разбудит так. Но мне нужен зеленый. Подождите, зеленый ключ? Ура! Ребята, у нас есть зеленый ключ, это прекрасно. Сейчас осторожно пробраться, главное. Вот не напороться еще на паука. Так, я не с той стороны пришел. Но не смогу я как-то обойти осторожненько. Черт возьми. Черт знает, где этот паук. Но у меня есть ключик. А, уже открыли, что ли? А, я тут думал, нет. Как бы мне обмануть этого паука, чтобы он сюда не пришел? Сюда. Бежим. Вот чуть прям бегу я, бегу. У меня есть зеленый, что? Какой-то зеленый. Вот это нужно? Они оглушили его. Вот это зачем? Это куда? Я думаю, это сюда надо. Куда? Открыли. Открыли, молодцы. А с этим что делать? Похоже, ключ уже использовали.
открыли фиолетовый. Так это не тут. А, подождите, фиолетовый, это от выхода. Это уже от выхода. Где? Выход открыт, ребята. Бежим. Все, паук, ты проиграл. Ура, я сбежал. Смотрите, мы выходим. Уезжаем на лодке. Игра окончена. То есть, похоже, даже на пиги. Игра. И на таракана. Сбежал пока что. Я очень рад. Такая музычка. Так, у меня 15 монет. Что можно купить? Солдата. Давайте купим. Ага, уже оборудовал, да? Чего? Это что еще? Так, а кто теперь будет пауком? О, смотрите, вот я наконец-то есть у нас. А, вот видите, паук, у нас эксперименты. И паук срезает одного из нас. Ух, не меня, хотя я хочу быть пауком, но я не хочу быть пауком, ладно. Он в Сика залез, прикольно. Сик у нас будет пауком. Все, Сик с ума сходит. Я бежу, бежу. Раф не любит Сика. О, вот, смотрите, дядя Боб. Вот. Вот этот вот чувак, вот там его могила была. И вот этот разраб. Вот видите, вот это вот с бородой. Вот этот вот челик был в могиле. И вот как раз он сейчас умрет от паука. Вот он почувствовал звук. Ну вот, в общем, разработчик, которого сделали в роли одного из персонажей. Антагонистов. Ну что, смотрим как сцену. Ну все. Ну тогда погнали. Где тут кое-что? А, я так понимаю, вот эти шкафчики, они не открываются же, вроде, да? Открываем, все открываем. Куда он? Кроубер. Куда Кроубер? Сюда? Хо-хо-хо. Да я уже... Паук, он что, здесь уже? А вон он, космонавт-паук. И паук. Отбежать отсюда? Не могу. Слишком плохая зона. Сюда не надо. Где он там лазит? Здесь, не здесь. Я возьму еще на всякий случай вот этот. Потому что, похоже, мне лом уже не нужен. Кроубар по-английски. Так. А нет, он нужен еще. Он еще здесь нужен. А здесь что? Здесь бомбочка требуется. О, смотрите, вот там этот ключ нужен. Нет. Батарейка нужна. Желтый ключ. А куда желтый? А вам нормально туда бежать? Да паук, уйди. Он меня сейчас в тупик заведет. Паук! Убил. Ты что? Тут с ума там сходит. Не надо. Да что? Паук! Нет, девочка! Бежим. Закрываем его. Спасибо, девочка. Конечно, минус один. Это плохо. Но это так легче мне было бежать. А, я понял, куда желтый. Нам сначала нужна бомбочка-то. Ай! Я выпал. Подвал, подвал. Мне туда нужно. То, так, открываем. Ну, я же нажал. Это куда? А, это
это к выходу, да? Сейчас, я знаю, что это вот сюда. А, уже что ли? Уже выход, серьезно, так легко было. Так, ребята, получается, я все прошел, я один все прошел. Да, ребята, я смог один из всех вот этих человек, я прошел сам. Сбежал пока что. Два раунда победили. Ну что ж, ребята, мы проиграли две катки и выиграли. Ну, это у меня все, всем.